Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и я сразу хочу признаться, то, что я самый лучший майнкрафтер на этой планете. Я вот сейчас зашел в мир Майнкрафта, я сразу же добуду себе алмазы за первые 5 минут. Я сразу же убью Визера, я сразу же убью Эндердракона. Что тут вообще кому-то доказывать? Я пройду Майнкрафт за 1 минуту. Смотрите, этот мир Майнкрафта будет мой. Я стану повелителем, я захвачу всю планету. Я истреблю всех зомби, всех скелетов, всех эндерменов. Я захвачу этот мир Майнкрафта. Все было бы так, если бы это не был «Не двигайся» челлендж в Майнкрафте. Самая тупая рубрика на этой планете, потому что я ничего тут делать не могу. Если я пойду прямо, я умру. Если назад умру, если влево умру, если вправо тоже умру. Если я просто буду дышать, тоже умру. Это невыполнимый челлендж в Майнкрафте. Добро пожаловать в очередную серию. Меня многие просили, мол, Эдисон, запиши, пожалуйста, еще одну серию. Держи. Все ради тебя. Ты знаешь, что делать, ребятки, мне будет очень приятно, если вы влепите огромнейший палец вверх прямо сейчас. Поставь лайкусик, если наберем 25 тысяч лайков, я обещаю, сразу же выйдет следующая серия в ту же секунду, как только стукнет 25 тысяч лайков. А сейчас нам предстоит выжить в этом жестоком-жестоком-жестящем мире. Какие правила выживания в Майнкрафте? В принципе, что нам нужно делать в первую очередь? Я бы надел очки... Нет, я надену вот эти очки, эти гуччи-линзы, только тогда, когда я хотя бы построю себе домик в Майнкрафте, когда у меня будет еда, и когда я не буду умирать от одного прикосновения к полу, когда меня не будет убивать... А, кстати, у меня вот такой вопрос. Просто в этой серии я же заспавнился в пустыне, и будут ли убивать меня кролики от прикосновения? Кроли, идите сюда! Чё вы от меня убегаете? Кролики, идите сюда, я как бы мирный, я ничего... Вы с ума сошли? Вы думаете то, что я могу вообще-то кого-то тронуть, кролики? Если я вперед пойду, я умру! Я самое вообще безобидное существо на этой планете, кролятина, чё вы делаете, а? Ладно, я вижу, в том направлении есть деревья, но на самом деле они как бы тут везде... А, нет, смотрите, я тут даже не... Меня как тут ядрить, колотить, а чё я как-то сразу... Ядрить, колотить, чё я как-то сразу не заметил, что там такая подстава, там какая же ловушка была. Кто не понимает, как я вообще телепортируюсь, как я вообще могу ходить, если я зажимаю Shift, то я могу телепортироваться на один блок вперед. Но как видите, это на самом деле очень проблематично, потому что, ну, через воду переплывать это очень сложно. Что я хочу сейчас сделать? Я заметил то, что... Дайте мне уже, ну ей-богу, выбраться. Я заметил то, что там есть данж. Пустынный данж, и мне нужно туда будет пробраться. Но как мне это сделать, если у меня даже ресурсов нужных нет? Поэтому мне нужно хотя бы сначала добыть деревко, и я надеюсь, что я не буду умирать в этой серии. Хотя, ребята, у нас очень ограниченное количество времени. До ночи мы можем делать все, что угодно. Как только настанет ночь... Ну, вы все прекрасно понимаете то, что и мне, и вам, и всему населению на этой планете станет жопа. Любой криперюга, любой скелетрон сраку разорвет, расплюнуть два пальца об асфальт. Крафтим верстачок, ставим верстачок. Делаем себе палочки и делаем себе в первую очередь, конечно же, кирку. После этого мы делаем себе мечук. Что такое мечук? Неважно. Забираем верстачок. Опа, забрали верстачок, прекрасно. Забрали, я сказал, полностью верстачок. И подарили овечке цветочек. Овечка, овечка, цветочек. Да я это на шашлык пущу, кобыла! Прекрасно, это называется просто прекрасно. Я хотел подарить овечке цветочек, в итоге я рипнулся. И... Господи, мне сейчас это все обратно... Да ну нафиг эту воду проклятую, мне тут проще мост сейчас будет построить, да я же умру, если... Смотри, вы как бы понимаете то, что я тпшусь через раз. Ну я знаю, ты время любишь потянуть, да, давай, да, давай, да, вот какой молодец. Отдайте вещи, овцы сраные! Я столько... Где? Где? Все, я все забрал? Нет, я... Вот, сейчас все забрал. А сейчас иди сюда, я тебя реально на шашлык сейчас пущу. Иди сюда. Иди, 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 не заставь, не... Я спокоен! Мать моя женщина, как это все сложно делается! Я честно вам говорю, я просто бил ее мечом. Но она как-то ко мне подошла, понимаете, то, что в этом челлендже ты убиваешь просто прикосновение. Если ты меня, Сквид, сейчас убьешь своим прикосновением, я удаляю Майнкрафт. Пожалуйста, не... Все, успокойся. Ты сам видишь, как мне сложно перебираться через воду. Я понимаю, что это твоя стихия, но пропустите, пожалуйста. Я умер вот там вроде наверху в этот раз. Сраные овцы, убийцы, хуже каких-то киллеров. Все забрал.
Ну, все забрал, кроме... Да, вот сейчас все забрал. Нет, мать твою, я тебя до конца... Я тебе... Так, все! Видишь, как это просто все делается? Ух, ладно. Не прошло и года, как я справился. А сейчас мне нужно немножко каблстона, немножко булыжника, немножко камушка, чтобы сделать себе кирку. И, конечно же, самая главная задача на эту серию — это зайти в данж песчаный. Только как я это сделаю, я пока не могу понять. Надеюсь, что хотя бы как-то. Добудем еще немножко себе булыжника, чтобы всегда хватило на печку на всякий случай. Если, допустим, мы там что-то сейчас найдем. А вы прикиньте, в этом данже будет алмаз. А если мы там найдем сразу два алмаза, то я себе сразу меч смогу скрафтить. Ой, прям размечтался. Меч уже собрался крафтить. Ну да, конечно, меч собрался крафтить. Не, господи, не, я не буду так все это делать. Я проще себе сейчас мост какой-то построю, ей-богу, и сразу же перейду через него, потому что, ну, это дурдом, ребят, это дурдом просто. Все, что я мог, я все сделал, сейчас перепрыгнем, и с этой стороны также еще бы сделать какой-то небольшой мостик. Давай, 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 миленький, давай, давай, да, выберись ты уже, ёханый бабай. Сейчас я сюда поставлю на всякий случай, так. Ох. Ну тут уже и позволить себе умереть можно, потому что тут уже я верстак просрал. Ладно, верстак — это еще не конец жизни, поэтому мы ставим новенький и делаем себе... Ядрить колотушку мою тупую! Вот так и вот так. Ага, ага, вот так и вот так. У меня меч новый есть, у меня кирка новая есть, у меня все новое есть, у меня даже еда есть. Я не знаю, пригодится ли мне вообще еда, мне кажется, я и так уже 100 раз буду умирать, поэтому ладно, неважно. Мы отправляемся на самые жестокие приключения на этой планете. На охоту за кроликом, ядрёна мать! Иди сюда! Я смогу его убить? Как? Я хороший, добрый человек. Я не буду материться в этой серии. Я вообще не буду материться... Ни хрена себе, я перепрыгнул. Так, я не буду материться в этой серии. Я, в принципе, вообще не матерюсь. Я как бы хороший, добренький человек. Но сраный заяц, ему не жить. Ему просто не жить. Просто не жить, заяц. Ну, погоди, заяц. Ну, иди сюда. Ну, погоди. Ты... Да как тебя убить-то? Мне кажется, в нормальном Майнкрафте этого зайца сложно убить. Но я просто так не сдамся. Крыша немножко едет уже, конечно, из-за этих зайцев проклятых. А почему это такие жестокие существа? Не могу понять. Вот почему вы меня сейчас не убиваете? А... Лучше бы я не пробовал. Я этих сволочей уже больше боюсь, чем ночи. Хоть ночь уже как бы на подходе, а там криперы, скелеты, зомби, эндермены и мамина мама выйдет на улицу. Ладно, я почти уже собрал все нужные мне предметы. Кирка есть, все есть, палочки есть, можем отсюда уходить. Я бы, конечно, сейчас бы еще раз вернулся к этому зайцу и надрал бы ему сраку, но ладно, и так обойдусь. Я еще вернусь. Сейчас добуду себе алмазики. И сейчас все будет, кролятина проклятая. Я с вас ужин себе сделаю! Твою мать! Ладно. Я жив, я пока жив, все нормально. Забираем песочек, все забираем, мне это пригодится. Золотое яблоко даже есть! Вот смотри! Изумруд даже есть! Твою мать! Твою мать! Твою... Я ж не... Ладно, ладно. Можно я больше не буду снимать Майнкрафт? Я вижу там зомби, который стоит с лопатой. Это очень жестокий зомби. Не бей меня, пожалуйста. Он меня ударил с одного удара на 4. Сердечко я имел в виду. Так, как мне забрать изумруд? И как мне, в принципе, все забрать, что там было? Твою мать! Нет! Нет! Я не наступил, я не наступил. Я не наступил. Я наступил! Поход в данж в этой серии, я вижу, не очень удался. Я вижу, что, в принципе, не очень это удачная идея записывать «Не двигайся челлендж», потому что, ну... Ядрёна мать... А как мне сейчас выжить вообще? Yeah!
Я лучший майнкрафтер. И никто не сможет заставить меня страдать. Никто не сможет заставить меня не любить Майнкрафт. Ну, разве что не двигайся челлендж в этом самом Майнкрафте. Ладно, ребятки, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Ей-богу, пожалуйста, не мучайте меня. Не ставьте лайки на эту серию. Окей, если мы набираем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Ну пожалей ты меня хотя бы. Это дурдом просто. Это не рубрика, это дурдом какой-то. Ладно, я же вспотел. Если ты хочешь больше Майнкрафта, я обещаю то, что он будет. Поставь лайкусик и обязательно в первую очередь всегда подпишись на канал и нажми на колокольчик. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр этого ролика. Скажу удачи и всем пока.